Еще немножко поговорим про интегралы. На этот раз поговорим про так называемые несобственные интегралы. Значит, что такое несобственные интегралы? Это какая-то штука, которая считает площадь по какому-то бесконечному, как бы бесконечному промежутку или, в общем, какую-то площадь, которая площадь оказывается конечной, но как бы соответствующая фигура не является ограниченной, не помещается ни в какой, не помещается ни в какой диск, ни в какой круг. Значит, ну давайте я начну с одного из типов несобственных интегралов. Значит, это называется интегралы по бесконечному промежутку. Значит, давайте рассмотрим такую задачу. Предположим, что я хочу найти такой интеграл. Значит, я начну с примера. Интеграл от единицы до плюс бесконечности единицы на x квадрат dx. Значит, что это означает? Это означает, что вот у меня есть такая площадь. Значит, у меня есть фигура, ограниченная горизонтальной осью и графиком функции единицы делить на x квадрат. Это вот такая вот штука, похожая на гиперболу. И я хочу найти площадь от точки 1. И второго конца у меня как бы нет. Второй конец в бесконечности. То есть это означает, что я хочу найти площадь под всей вот этой частью графика. Значит, вот отсюда и туда дальше. Вот. Ну, с одной стороны, мы знаем, что значит, мы бы хотели бы получить бы какое-то конкретное число. С другой стороны, вроде как эта площадь, ну вот она действительно какой-то фигуры, которая не является ограниченной, не помещается ни в какой-то достаточно большой круг. Возникает вопрос, а вообще у нее площадь конечная или нет? Может ли так оказаться, что у нее конечная площадь? Ну вот оказывается, что да, может. И только нужно определить, в каком смысле это правда. Значит, ну вот смотрите, вот если бы я хотел бы просто взять, попробовать определить такой интеграл, ну, что мне нужно было бы сделать? Мне нужно было бы взять вот этот бесконечный интервал и как-то разбить его на кусочки, и дальше в этих кусочках как-то считать, значит, считать значение функции, рисовать вот эти вот прямоугольнички и все такое прочее. Но проблема в том, что поскольку интервал бесконечный, то мне пришлось бы разбивать его на бесконечное количество кусочков, у меня там получилась бы какая-то бесконечная сумма. А потом я в этой бесконечной сумме, она то ли сойдется, то ли не сойдется, то ли есть предел, то ли нет предела. Потом мне нужно было бы еще в этой бесконечной сумме тоже переходить к пределу, значит, уменьшая размер каждого из кусочков. Ну вот, вместо этого делать немножко по-другому, а делать такую штуку, смотрите. Давайте я введу искусственным образом какую-то границу. Вот скажу, что давайте я буду считать мой интеграл вот до этого t. То есть буду сейчас рассматривать не площадь всей этой моей фигуры, а буду рассматривать только площадь вот этой ее части. От 1 до t. Понятно, что она будет меньше, чем моя искомая вот такая площадь по бесконечному промежутку. Но что я дальше могу сделать? Как бы мне приблизить эту бесконечную площадь? Точнее, эту площадь, которая происходит по бесконечному промежутку. Что можно сделать с этим t? Устремить бесконечность. Да, совершенно верно. Значит, вот просто по определению говорят, что вот такой интеграл, который я написал от единицы до плюс бесконечности, это есть предел при t, стремящемся к плюс бесконечности, интеграл от единицы до t
Вот той же самой функции, какая была, dx делить на x квадрат. Ну, давайте попробуем найти этот интеграл. Значит, чему равняется интеграл от dx делить на x квадрат? Значит, какая первообразная от dx делить на x квадрат? У единицы делить на x квадрат. Минус 1 делить на x. Да, минус 1 деленное на x, потому что можно записать это как... Значит, всегда проще сводить всякие такие дроби к степеням. Дроби, корни, все остальное, это частный случай степени. Всегда проще их сводить к степеням. Значит, минус двойка. Значит, я знаю, что для того, чтобы найти интеграл, мне нужно прибавить к этой минус двойке единицу, а потом поделить на то, что получилось. Значит, это будет предел при t, стремящемся к плюс бесконечности. Интеграл о... Сейчас, давайте я уже найду эту первообразную. Значит, это минус единица, деленная на x. В пределах от x равняется 1 до x равняется t. То есть это предел при t, стремящемся к плюс бесконечности. Минус единица, деленная на t. Плюс единица, деленная на 1. И поскольку t стремится к плюс бесконечности, то этот предел, значит, единица, деленная на t, стремится к нулю, и этот предел стремится к единице. Вот мы выяснили, что вот эта площадь над бесконечным промежутком от единицы до бесконечности оказалась конечной. Она оказалась просто равна единице. Значит, понятен ли этот пример? Нам обязательно здесь вводить t? Ведь, по сути, мы сказали, что у нас t двигается, но мы также могли говорить про x просто конечный. А что такое x конечный? Ну, ну соглашусь. Вот это как раз и есть. Мне нужно было какой-то буквой обозначить вот эту штуку. Я мог бы ее назвать x-ом, но тогда здесь бы использовать какую-нибудь другую букву, чтобы путаница не возникала. Вот. Мне нужно как-то обозначить эту правую границу интегрирования. Вот. То есть оказывается, что действительно такое бывает, что мы интегрируем функцию по бесконечному промежутку, но площадь получаем конечную. Естественно, для этого нужно, чтобы функция стремилась бы к нулю. Ну, потому что если она не будет стремиться к нулю, если она будет, допустим, отделена от нуля, то это означает, что никакого предела здесь быть не может. Сейчас. Значит, на самом деле, утверждение о том, что функция обязана стремиться к нулю, кажется неверным. Можно придумать какой-нибудь интеграл, когда функция к нулю стремиться не будет, но интеграл по бесконечному промежутку все равно будет существовать. Но что точно не должно быть, эта функция не должна быть отделена от нуля. То есть если бы было бы вот так, если бы у меня была какая-нибудь функция, которая, допустим, устроена вот таким образом, она больше какой-то константы, больше нуля. То есть у меня есть какая-то константа c, и моя функция всегда больше, чем c, то тогда такой бы бесконечный интеграл был бы равен бесконечности, ну, потому что у нас внутри моей площади была бы вот такая вот штука, бесконечный прямоугольник такой, и у него, конечно, площадь бесконечная. Значит, достаточно ли стремления к нулю? Хороший вопрос. Давайте посмотрим, достаточно ли к стремлению к нулю. Значит, вот эта картинка, комментарий к тому, что если вот так, тогда предел точно не существует. Ну, точнее, просто эта штука стремится к бесконечности. Давайте посмотрим, достаточно ли стремления к нулю. Давайте разберем еще один пример. Значит, интеграл от 1 до плюс бесконечности единицы на x dx. Значит, очень похожая штука. Если рисовать картинку, то
Вот если я нарисую картинку единицы делить на x квадрат и единицы делить на x в, значит, в первой четверти при положительных x, то, в общем, будет трудно заметить разницу таким невооруженным глазом. Но давайте посмотрим, как это повлияет на соответствующий интеграл. Значит, это будет предел при t, стремящемся к плюс бесконечности. И интеграл от 1 до t dx на x. Значит, чему равняется интеграл от единицы, деленной на x? Логарифм x. Логарифм, да. Значит, мне нужно будет найти здесь логарифм x в пределах от x равным 1 до x равняется t. И что получается? Получается вот такой предел. Логарифм единицы — это просто 0. Что можете сказать про такой предел? Бесконечность. Да, это плюс бесконечность. То есть, как видите, функция единицы, деленная на x, хоть она и стремится к нулю, она делает это недостаточно быстро, чтобы соответствующая площадь была бы нулевой. Ну, то есть, смотрите, вот, допустим, функция логарифм, она, конечно, растет все медленнее и медленнее, она выпукла вверх. И это как раз и соответствует тому, что ее производная стремится, значит, что ее производная убывает, и более того, в данном случае, именно в случае с логарифмом, производная стремится к нулю, что производная является функцией единицы, деленной на x. Но при этом, несмотря на то, что она стремится, значит, несмотря на то, что она возрастает как бы все медленнее и медленнее, и возрастает сколь угодно медленно, начиная с какого-то момента, тем не менее, этого сколь угодно медленного возрастания все равно хватает, чтобы дойти до любого числа. Значит, областью значения у логарифма является вся ось. Ну, неудивительно. Вот, поэтому вот вам пример ситуации, которая демонстрирует, что единица, деленная на x, хоть стремится к нулю, а интеграл от нее не сходится. Значит, да, здесь есть такая терминология. Значит, вот про такой интеграл, у которого нет значения, говорят, что он расходится. А вот этот интеграл, значит, у которого есть значение, говорят, что он сходится. Когда у нас к бесконечности или к минус бесконечности? Ну, сейчас, кто к бесконечности? Вот если у нас есть бесконечный предел интегрирования, то такой интеграл называется несобственным, и он может либо сходиться, либо не сходиться. Значит, если он не сходится, то есть расходится, это означает, что соответствующего предела просто нет. Вот. Значит, пример интеграла, когда нет стремления к нулю, но при этом интеграл существует. Не хочу приводить. Хорошая задачка. Подумайте, значит, как это делать. Задача привести пример функции f от x, не стремящийся к нулю при x, стремящемся к бесконечности, такое, что интеграл, допустим, от единицы до плюс бесконечности f от x dx сходится. Вот. Давайте я вместо этого дам некоторый признак сходимости. Значит, это называется признак сравнения. Ну вот хорошо, вот здесь вот мы могли, допустим, вот с этой функцией единицы делить на x квадрат, мы могли ее явно проинтегрировать и посмотреть, чему равняется первообразная, и
просто найти значение. Но довольно часто мы в явном виде этого сделать не можем, но нам может быть оказаться важным не просто найти этот интеграл, а хотя бы просто сказать, что он существует. И в этом случае часто бывает полезно использовать такой признак. Значит, давайте я вот так сформулирую. Пусть f от x больше либо равняется нуля, больше либо равняется... Значит, пусть f от x больше либо равняется нуля и меньше либо равняется g от x. Допустим, все это верно для всех x. Значит, для какого-то d большого. Значит, для всех x больших, чем d большой, это верно. Тогда интеграл, ну, допустим, от d большого до плюс бесконечности. Да. Давайте я так напишу. Значит, если такая оценка верна, и интеграл от d большого до плюс бесконечности g от x dx сходится, тогда интеграл от d большого до плюс бесконечности f от x dx тоже сходится. То есть если я могу ограничить мое подинтегральное выражение какой-то функцией сверху, такое, что от этой функции интеграл сходится, тогда и интеграл от моей ограниченной функции тоже сходится. Значит, при условии, что все функции, которые я сейчас обсуждаю, что они больше нуля, больше либо равны нулю. Ну, в принципе, это естественное утверждение, но представьте себе, что вот я нарисовал картинку. Вот у меня есть площадь, которая идет под графиком функции g. Значит, вот у меня y равняется g от x. И вот есть какая-то другая функция f, которая ограничивается g. И тогда... Значит, если я нарисую вот такую вот зелененькую площадь под зелененькой кривой, вот у меня есть площадь под малиновой кривой, и понятно, что если у меня площадь под зелененькой кривой какая-то конечная, то площадь под малиновой кривой тоже будет конечной, и, значит, никуда не денется. Значит, да, и, наверное, нужно еще сказать, что пусть также функция... Пусть f и g интегрируемы на dt для всякого t. Значит, естественно, теоретически можно было придумать такой пример, что у меня, допустим, внешняя функция какая-то, а внутренняя как-то совсем плохо себя ведет, так что какой-то из этих интегралов просто не существует. У нас же нет изначально t. Ну, здесь я написал для всякого t. Для всякого t большего, да. Я хочу, чтобы обе функции были интегрируемы на любом, ну, там, на любом отрезочке от d и дальше вправо. Допустим, у меня вот здесь d. Вот. Значит, можно эту теорему на самом деле доказать. Ну, как это делается? Значит, давайте заметим вот что. Давайте заметим, что, во-первых, интеграл от d до t g от x dx, неубывающая функция, так как g от x больше либо равняется нуля. И, следовательно, для всякого t
больше d, интеграл от d, значит, интеграл от d до t g от x dx не превосходит соответствующего предельного значения. Значит, для неубывающих функций это всегда правда. У меня как бы предел, значит, если функция не убывает, то любое допредельное значение не превосходит предельного значения. Дальше можно заметить, что интеграл от d до t f от x dx не превосходит интеграла от d до t g от x dx. А эта штука, в свою очередь, не превосходит интеграла от d до плюс бесконечности g от x dx. Значит, когда я здесь пишу, что вот эта штука не убывает, я имею в виду, что она не убывает как функция от t. Значит, не убывает по t. Ну, у меня всякие... То есть, всякий раз, когда я пишу сейчас вот такую вот вещь, я думаю про нее как про функцию какую-то g большое от t. Значит, верно, вот такое утверждение. То есть это означает, что вот эта штука ограничена вот этой штукой при всех t. Вот эта штука вообще от t не зависит. Интеграл от d до плюс бесконечности g от x dx — это просто как какое-то число. Ну, то есть смотрите, что получается. Получается вот такая вот функция, которая обладает двумя свойствами. Значит, интеграл... Значит, это ограниченная функция. И она не убывает. Значит, я не помню, мне кажется, у нас не было такого утверждения сформулировано явно, но было очень похожее утверждение. Не про функцию, а про последовательность. Кто помнит, какое? Теорема Вейерштрасса. Да. Значит, у теоремы Вейерштрасса есть аналог для функций, который доказывается точно так же. А именно, что если функция не убывает и при этом ограничена, то у нее есть предел на бесконечности. Никуда не денется. Значит, точно так же вы можете доказывать ее, рассмотреть супремом всех возможных значений этой функции и дальше заметить, что обязательно функция обязана подходить к этому супремуму, начиная с какого-то момента достаточно близко. Ну и, значит, никуда не денется, предел у нее будет и будет равен этому самому супремуму. Значит, по аналогу теоремы Вейерштрасса. Существует предел. И все доказано. Как похоже на правду? Хорошо, можете мне сказать вот что? Вот смотрите, здесь есть вот это условие, что функция больше либо равняется нулю. Оно вообще нужно? Может быть, если это условие убрать, то теорема продолжит работать? Тогда неубывание не будет работать. Ну, это правда, доказательство сломается. Но мало ли, вдруг у нас доказательство такое кривое. Вдруг доказательство сломается, теорема продолжит работать. Нет, ну там на плюс бесконечности у нас нарезка может стать меньше нуля, и да, там не будет выполнено неравенство. Ну, можете конкретный контрпример привести? Значит, бесконечность будет уходить функция. 1 делить на x минус 1. 1 делить на x минус 1. Да, нормальный пример. Значит, действительно, 1 делить на x минус 1 ограничивается функцией... Ну, окей, 1 делить на x плохо, потому что 1 делить на x сам по себе не сходится. Интеграл от 1 делить на x. Но давайте так, чтобы, сходилось. Ну да, 1 делить на x квадрат, хорошо. 1 делить на x квадрат, да. Значит, давайте я напишу, что...
условие, что f от t больше либо равняется нуля существенное. Пример f от x равняется 1 делить на x квадрат минус 1, g от x равняется 1 делить на x квадрат. Тогда, конечно, функция 1 делить на x квадрат ограничивает функцию 1 делить на x квадрат минус 1. Но при этом интеграла у функции 1 делить на x квадрат минус 1 нету. На бесконечном промежутке. Потому что у нас здесь возникает вот такая вот бесконечно отрицательная площадь. И никакого интеграла нету. Ну, можно было бы даже не 1 делить на x квадрат минус 1, а просто взять любое отрицательное число, константу, минус единицу. Вот. Хорошо. Значит, есть ли еще вопросы по этому поводу? Давайте я пример какой-нибудь приведу использования этой теоремы. Вот давайте докажу, например, что вот такой вот интеграл существует. Значит, e в степени минус x квадрат dx интеграл от единицы до плюс бесконечности. Ну, а че все время от единицы пишу? Давайте от нуля до плюс бесконечности. Тут никакой проблемы в нуле нету. А вот как доказать, что такой интеграл существует? Двойкой ограничить. Кем? Ну, мы можем 1 поделить на x квадрате, опять же, ограничить. 1 поделить на x квадрате, да. Тогда нужно будет доказывать, что e в степени минус x квадрат меньше либо равен, чем 1 делить на x квадрат. Это, конечно, правда, начиная с какого-то x, да. Можно действительно так. Можно 2 в степени минус x квадрате посмотреть. 2 в степени минус x квадрате делал такое же гиблое, как e в степени минус x квадрате. Вы ни такой интеграл не найдете. Значит, ну, действительно, можно по-разному ограничивать, но давайте просто, я предлагаю так. Давайте, ну, во-первых, понятно, что вот часть интеграла от нуля до, скажем, единицы ни на что не влияет. Это просто какой-то конечный кусок. И поэтому я могу рассматривать вместо интеграла от нуля до плюс бесконечности e в степени минус x квадрат dx, я могу рассматривать интеграл по отдельности от нуля до единицы, который будет просто каким-то конечным числом, плюс интеграл от единицы до плюс бесконечности. А дальше можно заметить, что для x больших либо равным единице x квадрат больше либо равняется x. Значит, минус x квадрат, наоборот, меньше либо равняется минус x. И, значит, e в степени минус x квадрат меньше либо равняется e в степени минус x. И, следовательно, интеграл вот такой. Значит, интеграл от единицы до плюс бесконечности e в степени минус x квадрат dx не превосходит интеграл от единицы до плюс бесконечности e в степени минус x dx. А этот интеграл уже можно найти явно. Но действительно, это есть предел. При t, стремящемся к плюс бесконечности, интеграл от единицы до t e в степени минус x dx. Это есть предел при t, стремящемся к плюс бесконечности. Что здесь нужно написать? Значит, ну, минус e в степени минус x. Да, значит, минус e в степени минус x в пределах от x равняется единице до x равняется t. То есть предел при t, стремящемся к плюс бесконечности,
минус e в степени минус t плюс e в степени минус 1. Значит, e в степени минус t при t, стремящемся к плюс бесконечности, стремится к нулю. Ну и стало быть, остается просто e в степени минус 1, то есть единица, деленная на e. И все. Значит, мы видим, что у нас есть функция, которая не отрицательна. E в степени минус x квадрат не отрицательна. Она ограничивается функцией e в степени минус x. Ну и, значит, если интеграл вот такой вот сходится, то и интеграл вот такой сходится от единицы до плюс бесконечности e в степени минус x квадрат. Ну а вот та часть, которая от нуля до единицы e в степени минус x квадрат, это просто какое-то число, это уже интеграл, который не является ни собственным, это собственный интеграл. А зачем мы разбили от нуля до одного, от одного до плюс бесконечности? Почему нельзя? Потому что вот эта оценка, потому что та оценка, которую я написал, работает только для x больших либо равных единиц. А то, что у нас новый интеграл сошелся к 1 делить на e, наш изначальный интеграл, мы просто доказали, что у него есть предел, или да, он совпадет? Да. Нет, конечно, он не обязан совпадать. У вас здесь довольно большой зазор между e в степени минус x квадрат и e в степени минус x. Там огромный зазор. Поэтому мы, конечно, не доказали, что... мы ни в коей мере не пытались найти этот интеграл. Мы пытались доказать, что он существует. Давайте я это явно напишу. Значит, следовательно, интеграл от единицы до плюс бесконечности e в степени минус x квадрат dx сходится. Вот. Найти его явно нашими методами нельзя. И равен он то ли пи пополам, вот этот вот интеграл, то ли 2π. На удивление. Можно спросить? Давайте. Когда у нас x к нулю стремится, то есть у нас вот есть интеграл от нуля до единицы от функции 1 поделить на x квадрате. И там же тоже у нас как бы бесконечность. Ну, сейчас. Это то же самое? Сейчас. Значит, вот в этом примере не было никаких таких проблем. А если вы имеете в виду именно функцию единицы делить на x квадрате, сейчас мы это обсудим, да, это другой тип несобственных интегралов. Ровно сейчас к этому делу и перейдем. Значит, какими методами можно найти такой интеграл? Комплексным анализом, теорией вычетов, вот всеми этими штуками. Вот. Хорошо, ну что, значит, вот с такими штуками, как стало чуть более понятно. Значит, да, смотрите, еще можно определять, естественно, я определил интеграл на плюс бесконечности, естественно, можно определить интеграл на минус бесконечности. Значит, от минус бесконечности до а, f от x dx. Это по определению предел при t, стремящемся к минус бесконечности, интеграл от t до а, f от x dx. И можно определить интеграл от минус бесконечности до бесконечности, f от x dx. И определяется он так. Это интеграл от минус бесконечности до куда угодно, плюс интеграл от этой точки до плюс бесконечности. Значит, можно определять вот такие вот интегралы как бы по всей числовой прямой от минус бесконечности до плюс бесконечности. И он просто определяется путем разбиения на два интеграла. Интеграл с одним бесконечным концом и интеграл с другим бесконечным концом. Там же должна, получается, сверху плюс бесконечность, да, стоять, а не просто бесконечность? Ну да, но, как правило, ну, то есть, можно написать, можно не написать. По контексту и так понятно, что если какая-то бесконечность стоит в качестве верхнего предела для интеграла, наверное, это плюс бесконечность. Особенно если нижний предел минус бесконечность, но можно написать плюс бесконечность для аккуратности. Вот.
Ну и, собственно говоря, вот функция e в степени минус x квадрат, вот ее можно проинтегрировать от минус бесконечности до бесконечности, потому что она четная. И как бы у нас такая симметричная картинка получается. Ну и понятно, что если у нас существует вот этот бесконечный предел с правой, как бы с правой половинкой этой картинки, то он же существует и с левой половинкой этой картинки. Вот. Я чего про эту функцию e в степени минус x квадрат так все про нее говорю. Ну, через год вы будете изучать теорию вероятностей, там у вас будет нормальное распределение центральной предельной теоремы, и вот в нормальном распределении как раз вот такого типа функция встречается на каждом шагу. И там как раз от нее берутся, от нее или там каких-то ее модификаций, берутся как раз вот такого типа интегралы. Это, в общем, одно из главных применений этих несобственных интегралов. Вот. Значит, другой тип несобственных интегралов – это, значит, интегрирование функций, интегрирование неограниченных функций. Значит, ну давайте попробуем придумать какой-нибудь способ проинтегрировать неограниченную функцию. До этого я несколько занятий вам все говорил, что нельзя интегрировать неограниченные функции, нельзя интегрировать неограниченные функции. Но если очень хочется, если очень нужно проинтегрировать, ну, значит, просто нужно придумать такое определение интеграла, чтобы было можно. Вот с тем определением интеграла, которое у нас было до сих пор, неограниченные функции интегрировать действительно нельзя. Мы это доказали, теорема такая у нас была. Но можно модифицировать определение интеграла так, чтобы в каких-то ситуациях стало можно, по крайней мере, в тех, в которых можно. Ну вот давайте я приведу пример. Значит, опять же, конструкция очень похожая. Ну давайте возьмем какую-нибудь функцию, скажем, тоже единица делить на x квадрат. Значит, вот такая вот будет гиперболка. И, допустим, я хочу проинтегрировать ее от нуля до единицы. Значит, dx разделить на x квадрат. То есть я хочу посмотреть на вот такую площадь. Значит, в нуле у этой функции разрыв. Она уходит на бесконечность. Ну и ладно. Значит, все равно я очень хочу найти вот такую площадь. Ну, в принципе, после того, как мы понаходили бесконечные площади, точнее, площади бесконечных, как бы неограниченных, я бы так сказал, фигур, вот здесь вот на бесконечности, в общем, мне кажется, что идея найти вот такую вот площадь тоже не должна вызывать у вас какого-то отторжения. Ну, давайте пробуем найти. Значит, делается ровно с помощью такой же конструкции, как и раньше. Давайте мы скажем, что вот у нас есть какая-то точка t, и мы будем находить интеграл не до самого нуля, где у нас возникают проблемы, а будем находить интеграл до этой точки t. Здесь у нас единица. Вот. Значит, мы напишем предел при t, стремящемся к нулю справа, интеграла от t до единицы dx делить на x квадрат. Но это мы просто как бы по определению же делаем. Просто по определению, да. Значит, вот я, значит, как бы придаю новый смысл вот этому выражению. Раньше это был интеграл Римана, и он определялся так, как раньше мы это делали. Мы говорили, что давайте мы там разобьем отрезок на кусочки, дальше в каждом кусочке возьмем по точке, напишем интегральную сумму и найдем предел интегральных сумм. Если мы используем ту конструкцию, то вот эта штука просто не определена. Теперь я говорю, забыли про ту конструкцию, значит, теперь я говорю следующее. Значит, вот у нас есть конструкция, которая гарантированно в этом примере не работает.
Значит, теперь скажем, что вот тем же самым значком, которым раньше обозначался, значит, обычный интеграл Риммана, ну, мы знаем теперь, что для интеграла Риммана этот, как бы, интеграл Риммана в этом случае бесполезен. Но давайте вместо интеграла Риммана просто дадим новый смысл этому значку. А именно будем просто по определению считать, что вот так, такое равенство верно. Значит, давайте посмотрим, что получается. Значит, опять же, это получается предел при t, стремящемся к нулю справа. Значит, единица делить на x в квадрате, это опять же минус единица делить на x. И в пределах от x равняется t до x равняется нулю, не нулю, единице. Это есть предел при t, стремящемся к нулю справа, минус единица. Плюс единица на t. Чему эта штука равняется? Плюс бесконечности. Плюс бесконечности, да. Но что-то как-то не очень. Значит, не получается у нас никакой нормальной конечной площади у этой функции на этом промежутке. Ну хорошо, но может быть это у этой функции не получилось, а у какой-нибудь другой получится. Как вы думаете, у какой может получиться? 1 делить на корень из x. Да, ну вот про 1 делить на x это хороший вопрос. Но давайте возьмем какую-нибудь функцию, у которой точно получится. Ну, смотрите, значит, чего я хочу? Я хочу, чтобы вот эта площадь, вот сейчас она слишком большая, значит, уходит на бесконечность. И это как бы связано с тем, что значение вот этой функции вблизи нуля слишком большое, она стремится к бесконечности слишком быстро. Ну, что можно было попробовать сделать? Можно было попробовать рассмотреть функцию, которая стремится к бесконечности не очень быстро. Ну, что это означает? У нас функция сейчас вида единицы делить на что-то. Ну, просто нам так проще, нам так удобнее рассматривать. Ну, вот давайте, значит, чем быстрее знаменатель стремится к нулю, тем быстрее единица делить на этот знаменатель стремится к бесконечности. Поэтому давайте мы сделаем вот что. Давайте мы вместо того, чтобы... Значит, попробуем взять какую-то функцию, которая стремится к нулю медленнее, чем x квадрат, и вообще очень медленно стремится к нулю. Стремится к нулю, но очень медленно. Значит, действительно, хороший пример. Здесь это корень из x. Ну, мы знаем, как устроены графики, например, x квадрата, x и корня из x. Видно, что медленнее всего из этих трех стремится к нулю как раз корень из x. Ну вот, давайте попробуем взять его, чтобы посмотреть, как эта штука работает. Значит, интеграл от 0 до 1 dx разделить на корень из x. Опять же, просто по определению я считаю, что это предел при t, стремящемся к нулю справа, интеграл от t до 1. Ну давайте, значит, что такое 1 делить на корень из x? Это 1 делить на x в степени 1 вторая, то есть это x в степени минус 1 вторая. Значит, если я это интегрирую, у меня получается x в степени 1 вторая. Да еще я должен поделить на 1 вторую, то есть умножить на 2. Значит, у меня будет предел при t, стремящемся к нулю справа. И тут у меня будет вот эта штука в пределах от x равняется t до x равняется 1. Предел при t, стремящемся к нулю справа. 2 умножить на 1 в степени 1 вторая. Вычесть. Значит, t в степени 1 вторая — это просто корень из t. Эта штука стремится к нулю. Ну, и значит, это просто предел равен просто 2. Вот, пожалуйста, опять же, пример несобственного интеграла, уже другого типа. Какой-то из них называется типом 1, другой типом 2. Не помню, какой из них какой. Но, в общем, понятно, как все это работает. Значит, у нас сейчас получилась какая-то функция, которая не слишком быстро стремится к бесконечности.
это вот такая вот функция. И нам этого хватило, чтобы вот такая площадь вблизи этой точки была бы конечной. И мы таким образом действительно можем сказать, что некоторые функции можно проинтегрировать, даже несмотря на то, что они не ограничены. Но вот для этого нужно пользоваться вот этим новым определением интеграла. Илья, а если вот у нас для функции минус 1 делить на x в квадрате, точнее, нет, просто 1 делить на x в квадрате, там же площадь для x, стремящегося к плюс бесконечности, это же фактически аналогично тому, что t стремится к нулю, нет? Ну, то есть, типа, функция симметрична относительно прямой y равной x. А вот несимметрично. Единица делить на x в квадрате несимметрично. А вот единица делить на x симметрично. А, потому что обратная, как бы, и обратная функция единицы делить на x, это функция единицы делить на x. А, когда вы делаете вот такую вот симметрию, которую вы хотите сделать относительно вот такой диагонали, это вы все равно, что переходите к обратной функции. Обратная функция к единице делить на x, это единица делить на x. А, и, все, я понял. Да, да, и там этот подход работает. А обратная к единице делить на x квадрат не является функцией единицы делить на x квадрат. Это функция единицы делить на корень из x. Да, точно. И как раз логично, что единица делить на x квадрат, значит, имеет конечную площадь вот здесь, на бесконечности. А единица делить на корень из x, наоборот, вот тут, вот вблизи нуля. Угу, да, понятно. Вот. Хорошо. Ну что, еще вопросы по поводу, значит, по поводу вот этого всего дела. Значит, по поводу вот этих двух примеров. Значит, опять же, мы видим, что такие интегралы тоже могут сходиться, могут расходиться. Значит, вот этот интеграл расходится. Этот интеграл сходится. А если мы считаем предел от минус бесконечности, да, мы можем его переписать как от а до плюс бесконечности с минусом высчитать? Да, можем. Ну, то есть вы можете сделать замену переменных, я бы так сказал. Если у вас был предел, если у вас был какой-то предел от минус бесконечности, допустим, до а, f от x dx, да, вы можете сделать замену переменных. Вы можете сказать, что давайте у вас есть новая переменная z, которая есть минус x. Тогда пределы поменяются, а именно у вас будет, если x бегал от минус бесконечности до а, то z будет бегать наоборот от, значит, от плюс бесконечности до минус а. F от z dz, и тут нужно будет поставить минус, потому что dz равняется минус x, значит, минус dx. А потом вы можете поменять местами. Потом можете поменять местами. Сейчас только здесь должно быть не f от z, а f от минус z. А потом вы можете поменять местами. Значит, поменять местами пределы интегрирования и снова поменять знак. И будет вот такая штука. Геометрически это соответствует следующему. У вас была вот такая картинка. Значит, у вас была какая-то функция, от которой вы считали интеграл на минус бесконечности. Вот у вас было, как, было какое-то число а. И вы считали вот такую площадь. А после замены вы переходите к другой функции. А именно вы просто эту картинку всю отражаете относительно вертикальной оси. У вас функция отражается. Вместо f от x вы рассматриваете f от минус z. Значит, если у вас вот здесь будет z, функция будет выглядеть как-то вот так. И вместо того, чтобы рассматривать интеграл от минус бесконечности до а, вы рассматриваете интеграл от минус а, то есть от симметричной точки до плюс бесконечности. Но площадь будет такая же. Значит, и вот видно, что действительно вот такая замена работает. А нужно было написать минус dz или нет? Ну, сейчас вот у меня здесь минус был. Значит, вот в этот момент, когда я сделал замену, я вот этот минус вынес здесь, в
вот, значит, поскольку dz равняется минус dx, то когда я делаю такую замену, вот у меня этот минус вылезает. Но потом, когда я поменял, вот здесь пределы интегрирования были наоборот, от плюс бесконечности до минус а, то есть как бы я шел в обратную сторону. А после того, как я вернул пределы интегрирования, так сказать, в естественных порядок, я еще раз поменял знак у интеграла, и этот минус исчез. Ну, в принципе, логично. Если вот эта площадь была положительной, то и эта площадь положительная. Понятно, спасибо. Угу. Так, еще вопросы? Значит, бывает, нам нужно посчитать какой-нибудь более хитрый интеграл, например. Ну, понятно, что вот сейчас я определил интеграл, когда у меня моя точка, в которой происходит разрыв, находится. Это как бы левая граница моего отрезка интегрирования. Аналогично можно определить интеграл, когда она является правой границей отрезка интегрирования. Можно рассмотреть ситуацию, когда у нас такая точка находится где-то посередине. Например, можно рассмотреть, ну, давайте я напишу так, значит, вот допустим, что у нас есть интеграл от, скажем, интеграл от а до b f от x dx. И пусть f обладает таким свойством. F интегрируем просто по Риману на любом отрезке от а до t. T больше а, но меньше b. И f, допустим, не ограничен в левой полуокрестности точки b. Тогда вот такой вот интеграл, опять же, в несобственном смысле, определяется как предел при t, стремящемся к b слева, интеграл от a до t f от x dx. Значит, это такая же история, как была выше, но только значит, с другой стороны мы подходим к точке разрыва. Значит, какая-то вот такая вот у нас история. Значит, у нас есть асимптота здесь. И, опять же, мы считаем интеграл до t. И потом t устремляем к b. Вот. Ну и, наконец, можно рассмотреть ситуацию, когда у нас есть, как бы, когда мы хотим просто вот эту вот точку разрыва, не просто, чтобы она была граничной точкой, а вот чтобы она была посреди отрезка интегрирования. Но тогда можно разбить интеграл на 2. Значит, пример. Допустим, интеграл от минус единицы до единицы. Ну, скажем, dx разделить на квадратный корень из модуля x. Какая-нибудь вот такая штука. Значит, это, собственно говоря, та самая, та же штука, которая была выше, ну, точнее, так, симметричная. Симметризованная. Значит, у нас есть вот такая вот гиперболка, и слева тоже вот такая вот гиперболка. И у нас есть вот такой вот интеграл от минус единицы до единицы. Значит, опять же, в смысле интеграла Римана такой интеграл просто не существует. Но в смысле собственных интегралов ему можно придать смысл, а именно можно сказать, что давайте мы разобьем его на два интеграла. Интеграл от минус единицы до нуля плюс интеграл от нуля до единицы от той же функции. Значит, dx разделить на корень из модуля x. И дальше каждый из этих интегралов найдем по отдельности такими методами, как мы только что обсуждали. Вот. Ну, в общем, в принципе, можно сразу написать ответ, потому что мы знаем, чему равняется вот такой интеграл.
А этот интеграл просто ему симметричен, и поэтому он будет иметь такое же значение. Какой тут будет ответ? Ноль. Вот не ноль. Четыре? Четыре, да. Значит, был бы ноль, если функция была бы нечетной. Но поскольку функция четная, то просто вот этот интеграл равен вот этому интегралу. Если посмотреть на картинку, здесь у нас не возникает нигде проблемы. Ну, здесь не возникает нигде изменения знака. Вот. Значит, то есть в некоторых ситуациях такого типа функции тоже можно интегрировать. Но тут нужно быть осторожным, потому что как бы нужно понимать, что именно за интеграл подразумевается. То есть если вам написано какое-нибудь вот такое вот выражение, у вас может возникнуть желание, ну чего, давайте возьмем просто первообразную вот этой вот штуки и дальше поставим эту первообразную вот эти числа, посчитаем разность и все. Но это не всегда так можно делать, потому что может оказаться, что соответствующий интеграл просто не сходится. Ну вот, например, допустим, если бы я вас попросил бы посчитать интеграл от минус единицы до единицы dx делить на x, какой здесь ответ? Ноль. А вот не ноль, он не существует. Значит, потому что если я его разобью в сумму вот таких интегралов, то каждый из них будет не существовать на самом деле. Значит, если вы посмотрите, что происходит с единицей, деленной на x, ну там опять же возникнет логарифм, и у вас возникнет необходимость считать логарифм от нуля, и он будет как раз стремиться к бесконечности. Ну, собственно говоря, картинка полностью симметрична той, которая была раньше, просто вместо логарифма бесконечности у вас возникает логарифм нуля. Вот, поскольку хотя бы один из вот этих вот кусочков не существует, то весь этот интеграл тоже не существует. Почему очень хотелось сказать, что это будет ноль? Потому что функция нечетная. Да, ну вот очень хочется сказать, что у вас нечетная функция, и вы интегрируете по симметричному промежутку, и понятно, что здесь значит, такие функции, если от них интеграл существует, то он всегда нулевой, потому что положительная часть просто сокращается с отрицательной идеальным образом. Но вот конкретно такой интеграл, именно из-за того, что он не собственный, именно из-за того, что здесь в нуле возникает проблема, все стремится к бесконечности, значит, мы не можем сказать, что он равен какому-то конкретному числу. Значит, у вас в семинарском листочке будет задачка, где явно демонстрируется, что действительно по существу это не какая-то прихоть, а действительно мы не можем никак аккуратно определить это значение, потому что значит, когда мы будем... Дело в том, что можно подходить вот к этому нулю, можно подходить справа и слева с разными скоростями, и в этом случае вот эта симметрия нарушается, и после этого становится видно, что мы можем там придать вот этому интегралу, в принципе, любое значение, какие хотите. Никак однозначного значения определить нельзя. Есть понятие главного значения по Кауши, когда берется обязательно симметричный отрезочек. Но, честно говоря, я не знаю, зачем оно нужно. Кроме учебника по матанализу, я нигде больше в своей жизни не встречался с этим понятием. Вот, поэтому я даже не буду подробнее про него говорить. Вот. Ну и, наконец, в принципе, можно рассмотреть какой-нибудь совсем хитрый интеграл. Скажем, у вас может быть интеграл, допустим, от минус бесконечности до бесконечности, от какой-нибудь функции, которая... Значит, вот представьте себе, что у вас есть какой-то интеграл от минус бесконечности до бесконечности f от x dx, и у самой функции f есть какие-то асимптоты посередине, вертикальные асимптоты. Представьте себе, что у вас какая-нибудь вот такая вот функция. Допустим, у нее есть вертикальная асимптота в точке, скажем,
2 и в точке 7. И функция ведет себя как-нибудь вот так вот. Например. Вот у нее есть две вертикальные асимптоты в точках 2 и 7, и при этом вы хотите найти ее интеграл от минус бесконечности до бесконечности. То есть вот такую вот какую-то площадь. Ну, в принципе, может так оказаться, что эта площадь действительно существует, но для того, чтобы это сказать, вам нужно будет как-нибудь разбить этот интеграл на кусочки, и на каждом кусочке должна быть ровно одна проблема. Значит, например, можно сказать так. Вот давайте мы скажем, что это интеграл от минус бесконечности до, скажем, до нуля, плюс интеграл от нуля до двух, плюс интеграл от двух до пяти, плюс интеграл от... Ой, нет, непонятно. А, да, от двух до пяти. От 5 до 7 f от x dx плюс интеграл от 7 до 8 f от x dx плюс интеграл от 8 до плюс бесконечности. А почему вы до нуля сделали, а не сразу до двойки? Ну, потому что я хочу, чтобы у меня была бы ровно одна проблема на каждом интервальчике. Вот от минус бесконечности до куда-то. Одна проблема — это бесконечность просто, что сам интервал бесконечный. Следующий отрезочек будет вот такой вот, например, до двойки. Здесь у меня проблема в двойке. Дальше у меня будет какая там точка 5. Да? 5 — это просто какая-то промежуточная точка между 2 и 7, неважно какая. Значит, здесь, опять же, я хочу, чтобы у меня была бы одна проблема, именно проблема в двойке. Потом у меня есть проблема в семерке, вот на отрезочке от 5 до 7. Потом у меня есть проблема в семерке с другой стороны. Значит, это у меня будет отрезочек от 7 до 8. Значит, вот такой отрезочек. И, наконец, от 8 до бесконечности, и там тоже будет одна проблема. Значит, вот такая вот штука. Вот. Ну вот я разбил на 1, 2, 3, 4, 5, 6 отрезков интегрирования. И если хотя бы один из этих интегралов расходится, значит, весь интеграл расходится. Вот. Для того, чтобы интеграл сходился, нам нужно, чтобы каждый из соответствующих пределов, значит, каждый из этих интегралов будет переписан в виде предела, нам нужно, чтобы все эти пределы существовали. Тогда мы можем такой интеграл написать, найти его значение, ну или там доказать, что он существует. Когда мы расписываем каждый интеграл как предел, мы же можем брать разные буквы и типа, что они к разным значениям стремятся, да? Ну, буквы вы выбираете как хотите. Ну, то есть, если вас смущает то, что вам там нужно будет несколько раз использовать букву t, то вы, конечно, можете сказать, что t1 стремится, допустим, к минус бесконечности интеграл от t1 до... чего там было у нас? До нуля f от x dx плюс предел при t2, стремящимся, допустим, к что там, к двойке, интеграл от 0 до 2 f от x dx плюс и так далее. Ну, как бы, какой буквой вот эту штуку обозначаете, это совершенно не важно. Сейчас здесь должно быть до t2. Вот. Ну, вот такая вот история про несобственные интегралы. Есть ли какие-нибудь вопросы? О, как хорошо, у нас как раз время осталось на самостоятельное. А можно вернуться к признаку сравнения? Давайте. Да. А почему вот мы тут не можем поставить модули, где f от x меньше, ну, 0 меньше либо равно f от x меньше либо равно g от x? Можно сформулировать теорему про модули. Чуть-чуть посложнее будет доказывать. Значит, я бы сказал так, что если модуль f от x не превосходит g от x,
а интеграл g от x сходится, тогда интеграл от f от x тоже сходится. Такую штуку тоже можно доказать, да. Вроде бы она работает. Я вчера над этим думал, я подумал, что вроде бы это можно доказать. Нужно будет по отдельности рассмотреть те кусочки, те области, на которых функция положительна, те области, на которых функция отрицательна. Возможно, нужно будет еще что-то добавить, еще какое-то условие добавить. Но вроде бы должно сработать. Угу. А вот когда мы говорим, что функция неубывающая, мы имеем в виду, что в смысле g от x не убывает или интеграл g от x? Интеграл. Вот всякий раз вот все эти функции, вот про которые я здесь говорю, что она не убывает, я имею в виду, что это вот функция от аргумента t. Вот у меня есть функция g от t, вот такая, и она не убывает. А как понять, интеграл не убывает или нет? Нет, смотрите. Значит, вот у меня эта функция, это интеграл с переменным верхним пределом. Под интегральное выражение не отрицательно. Да, я должен был это поподробнее сказать. Смотрите. Значит, вот у меня есть функция, которая, значит, вот моя исходная функция g, она не отрицательна. Теперь я беру, считаю интеграл от какой-то константы d до t. То есть это вот такая положительная площадь. Теперь, если я увеличиваю t, то это означает, что у меня эта площадь, к этой площади что-то прибавляется положительное. Ну, значит, функция не убывает. Ну, там, по крайней мере, не отрицательная. Ровно потому, что под интегральное выражение не отрицательных. Ну, можно было бы сослаться на всякие производные. Можно было бы сказать, что g большое является первообразным для g маленького. То есть если я посчитаю производную для g большого, я получу g маленькое. Если я знаю, что g маленькое всюду больше либо равняется нулю, то g большое не убывает, как мы доказывали раньше. Вот. Но, в принципе, вот эта картинка, мне кажется, даже более наглядной. Вы каждый раз, увеличивая t, вы добавляете какой-то кусочек положительной площади в ваш интеграл. Как? Ответил на вопрос, почему не убывает? Да, спасибо. Угу. А еще можно спросить? Вот когда мы сказали, что g от x больше, чем f от x, когда доказывали, мы сказали, что интеграл потом больше при d от d до плюс бесконечности g от x и f от x делили вот этим интегралом. А разве нельзя было точно так же сказать, что f от x не убывает, потому что оно тоже больше нуля, и тогда f от x больше, меньше, чем интеграл от d до t f от x меньше, чем интеграл от d до плюс бесконечности тоже f от x. Это, конечно, правда, только я как раз пытаюсь доказать, что интеграл от d до плюс бесконечности существует. До тех пор, пока я этого не сделал, вот про функцию g мне известно, что этот интеграл сходится, и что вот такая штука существует. А про функцию f я как раз хочу это доказать. И поэтому я здесь вынужден, хочется сделать, так сказать, предельный переход. Хочется взять вот это неравенство и сделать здесь предельный переход при t, стремящемся к бесконечности. Но в этот момент этого сделать нельзя, потому что я еще не знаю, что вот эта штука хоть куда-то досходится. Я это как раз только доказываю. Поэтому я говорю, что вот эта штука ограничена сверху и не убывает. После этого я могу сделать вывод, что вот этот интеграл, что вот эта штука действительно стремится куда-то при t, стремящемся к бесконечности, то есть вот такой интеграл, то есть вот такой предел существует, то есть существует интеграл от d до плюс бесконечности f от x dx. Спасибо. Так. Еще вопросы?